матерей! За матерей, да, пошли за мамок воевать, пошли. Вперед. За мамок! Когда оскорбили мамку в ВК. Я готов. Интересно, нет. Ее, дождик! Блять. Я надеюсь, в этой игре есть маски. Что, блядь? Чего? Что? Чего, блядь? Что за хуйня? Ты чё, сука? Ну почему тогда я, блядь, не могу, сука, чё? Блицис, слышишь? Блицис. На, в туалете, в туалете, в туалете. Понимаю, но ты репорт получаешь. Кто получает? Не я, надеюсь? Ты. За что, бля? Ты, я все видел, так что заткнись. Что видел именно, блядь? Ты посмотри на ворона, эту улыбочку. О, опа, опа. Ответку кидай, короче. А я не могу их. Это русский, кстати, что? Fuck your family, motherfucker! А чё я-то, блядь? Чё опять, блядь? Не знаю, просто так. Один за всех и все за одного сосуд. Чё он там пишет? Чё это пишет, Пир? Слышь, ты белый демон, а это чёрный демон. Неплохо. А, это честно, я там, короче, зомби паник играл. Ну, ты знаешь, я там всегда за негра играл, полицейского. Сказал. А ник у меня в отделе был. Вот и раскрыта тайна. Вот раскрыта тайна, почему ты расист. Почему? То, что я играл за негра? Ты называл его белым. Я на козле прыгаю, демон. Я на козле танцую. Ебать, он меня выкинул. Козел. Пока нет. Открывай, сразу бегает. Сука! Ну что за хуйня? Схватите, где-то помню. Да зачем? Я убил! Да ты вообще. Если подозрительная стена без ничего, то лучше отойди от нее. Потому что он теперь все ловушка. Ты иди спасай тогда. Он идет с тобой, он идет с тобой. Ты ебаный в рот, почему ты так быстро ходишь, я, блядь, тысячи лет. Я
Допустим, она пускает магию воздуха, и мне отсюда уже плохо видно, что происходит за ее задницей. Я только от своего лица могу видеть. И вот, да, я только от своего лица могу видеть демона этого, конечно, не знает, так как он задрот, и он никогда не подыхал. И он хотел меня победить, но... Ой, хоть понимаю, воскресить, но он меня не воскресил, потому что сова побежала на туда. И она пустила магию воздуха, и все вернулись, все счастливы, всем хорошо. Но вот она опять приземлилась на злого котяру, но ему опять похер, он стреляет из своих револьверов, но оборачивается от ее бури. И теперь она опять приземлилась и опять бьет всех. В итоге демон сдох. И, конечно же, окончательно. Остается надежда только на котяру, а котяра что делает? Что делает? Правильно, стреляет. Правильно, в этом решении нужно только стрелять. И это, конечно же, логично. Надеемся, то, что он хорошо играет Dark Souls. Походу, он играет Hero of Dark Souls. Да, он играет Hero of Dark Souls. И он до сих пор пытается увернуться от всех ее ураганов. И пока у него, знаете, очень хорошо получается. Я думал, у него будет хуже. Он стреляет. Но сова злится. Мне кажется, она сейчас полетит в мою сторону и отрахает мой труп, да? Да, она полетела в мою сторону и начинает... Наступает на мой труп. Она ловит траву, но не поймала даже траву, да, странно. Итак, что же, она опять взлетала она и приземлялась. И в итоге злой котяра решил сдохнуть, но у него ведь есть... А, пресс один, то что-то там. Я нажал, и в итоге у меня нет ничего, в итоге мы всрали. Итого, из этой битвы, как бы это было, не было удивительно, вышла победителем сова. Итак, мы проебали. Вот, все, спасибо за внимание, все. Ну, то есть там уже выбираешь, типа, внизу поставить, либо на середину, типа, двери, фига. Думаю, что все вниз смотрят и наверх не смотрят, ну, типа... И еще надо, да, таким ставить, чтобы, типа, если заходишь в коридор, и чтобы он именно смотрел в сторону коридора, чтобы, типа, кто-то оттуда, чтобы не вышел. То есть не обращал на другой косяк двери, то есть, туда он меньше обращал. Ну это практика, наверное. Ты один хуй не слушаешь. Кто не укрепил? Минус Эш. Откуда? С окна? Вот отсюда. Блять, сейчас это... Блять, хуярит со всех сторон, ворон. Блять, со всех сторон, сука, кто за не рискует? Блять, какой, блять, не так? Здесь, блять, кто там вообще называет? Джапан. Я Джапан не пизда прилетал. Там со всех сторон, короче, тебя входит. Пистолет тут! Да, он один ушел. Он готов сейчас расскажет. Пошел нахуй, блять, выебан, бро! Не, у нас был офигенный раунд. Сначала мы боролись за место под щитом, а потом взял и, блять, клатч сделал. Какой клатч? Чем ты? Ну, типа, когда все слились, и я затащил. Ну, один победил. Понял. Ваша задача. Ну, когда никого типа из команды нету, и я один победил. Когда знаешь, все умерли, один остался. Ты сейчас делаешь так же, как и я, да? Чем ты его атакуешь? Я не знаю, я какой-то прыжок назад делаю, еще... Нет, какого у тебя оружие? А, эти, ну, эти, серпы. Блин, я там не могу, у нас очень мало урона, понимаешь? А у тебя что? Тоже серпы? Ну, я хотел протестировать его. Ты бы сказал, я взял другое оружие. Это он просто потушился, 50% все время. Они уменьшаются, когда мы его стадию убиваем. Ну не знаю, так много можно поэтому шить. Ты там один хэл был предлагаю сюда. Он тебя будет что-то делать. Аааа, не хочу! Диамант! Нет! Диамант, живи нахуй! Чё, блядь?
Давай, сделай что-нибудь. Беги! Сам беги! Они же крутичные, им не кажется. Ну не, он просто на нас срет, и у нас только похуй. Вот сейчас будет этот щит, короче. Он же успел посмотреть спину. На ви зажимаю я только это... Опять меллап. Еее, бой! Это то, что ты должен поставить этому видео. Не забудь подписаться, поставить лайк, а также оставить комментарий.